спонсор этого видео – мой Инстаграм. Там всегда все новое и интересное. Желающие, подписывайтесь, ссылка в описании. Друзья, всем привет. Значит, очередной вот такой вот конверт, да, заклеенный. Значит, оценили в $4. На самом деле я покупал за почти 900 рублей. Сейчас он стоит почему-то 1234 рубля. Но это, наверное, связано из-за завтрашней распродажи 11.11. Так называемый. Он будет стоить 913 рублей. Видите, продавец задрал цену и якобы будет продавать со скидкой. Что очень нехорошо. Ай-яй-яй. Так, значит, имеем вот такие вот порезы. Но они вроде не глубокие. Так, еще один. Но не насквозь. Значит, пришла посылка, одно приложение показывает 8 дней, другое 12. Кому верить, не знаю, но, наверное, тому, что 12, потому что то приложение, которое показывает 12, я туда трек поместил сразу, как оно мне пришло на почту. А приложение мобильное, оно как-то, ну, приблизительно показывает. Так, ну ладно, давайте открывать и смотреть, да, что пришло. Должен быть очень интересный принт у этого ковра. Вы, наверное, уже по названию-то знаете, да, догадались, что это за ковер. Так, вот, по-моему, тоже продавец, что я покупал вот этот вот ковер, но вот точно я не буду говорить, потому что не уверен, еще даже не уточнял, не смотрел. Вот так вот запаковано. Так, сейчас. Так, ну, прошито, но не так, как здесь. Здесь вот очень так хорошо прошито, прям обметано края. А здесь немножко не так. Не знаю, из-за чего это, но толщина одинаковая. Так, давайте посмотрим. Так, как вам лучше показать-то, вот так, наверное, да? Вот. Вот такой вот. О, коврище, вот он на всю. Блин, помялся, конечно. Вот так вот, видите. Самый первый, где был сложен. Но ничего страшного, это он. В другую сторону его, он распрямится. Полежит. Вот такой вот у нас сокол. Тысячелетие. Блин, ну вживую, конечно, это круто смотрится. И он полностью он закрывает мой старый ковер. Размер его 80 на 40. А здесь 70 на 30. То есть он на 10 сантиметров так больше. И вот так больше. И практически, да, мое рабочее, так сказать, пространство, да, полностью он закрывает. Ну, конечно, он у меня будет лежать не так, а ко мне лицом, вот так вот, чтобы я нормально видел всю эту красоту. Ну, вам, в принципе, тоже нормально так видно, да, он туда летит, к земле. Так, ну вот, такая красота. Вы видео это увидите, наверное, уже через месяц, вот, а может быть и через два, после того, как я его записываю. Так что цены, наверное, вернутся на старые места, да? Те, как они были. Я его покупал. Так, покупал за 900 рублей, почти 898. Минус кэшбэк. Там мне еще сколько-то упало, не знаю, процентов 5.
или 7. Я, как уже говорил, пользуюсь двумя. Это Letyshops. Если товар, не как он называется, аффилатный, то есть минимальный кэшбэк идет по EPN, я покупаю в Letyshops. А если аффилатный, то покупаю на EPN. Ссылки оставлю в описании. Кому интересна такая тема, у этого продавца, вот именно по ссылке, будет такая вот тематика «Звездных войн». Там еще разные есть. У него эти принты, принт вроде такой хороший. Не знаю, конечно, сколько он будет служить, долго или нет, но, блин, мне все нравится. Все очень хорошо. В общем, на этом все. Давайте. Хотите — оценивайте. Хотите — нет. Хотите — подписывайтесь, хотите — нет. В общем, какую-то ерунду я уже начал болтать. Все полезные ссылки, как всегда, в описании. Все найдете. Все, на этом все. Всем пока.